клубе для всех желающих открыли еще накануне в 8 часов вечера. И именно это время купальщиков стало самым популярным. Но чтобы окунуться в ледяную воду, сначала нужно было отстоять огромную очередь. Только в Оренбурге, по официальным данным, к Иордане пришло почти 30 тысяч человек. Это первый раз? Идем сюда. Альберт делает свои первые шаги в ледяную воду. Немного робко и за руку с инструктором, но по-мужски отважно. Самые могут такие маленькие. Я не смогу стоять. Нет, серьезно отлично? Да. Почет зябко. Кто посмелее идет первый, остальные ждут, видимо, вдохновения. Для меня это первый раз, но мне понравилось. Честно. Ну, все супер вообще. Ладно, пошла. К утру ажиотаж спал. После освещения купелям потянулись поистине верующие. Они убеждены, необычная сегодня не только вода. Светлану, например, сюда привели видение. Всю ночь мне снилось, но если я не схожу, то все. А что снилось? Что я уже окунаюсь, утром просыпаюсь, может быть, я ходила окунаться или нет. Нет. Говорит, значит, нужно идти. Некоторых привели родители, как, например, Семена. Он шел к этому все свои 11 лет. Теперь эмоции переполняют. Очень холодно, очень. Думал, теплее, правда. Ну, о чем думал, когда вот нырял ледяной? Сначала чувствовал уверенность, а потом ничего не чувствовал. Храмы в Оренбурге сутки как переполнены. Оренбуржцы набирают святую воду литрами и во всевозможные тары, чтобы потом раздать всем родственникам и знакомым. Сколько здесь? Сколько? 14, наверное, литров. Унесете все сами? Унесу. Святая вода в подтверждении своих необычных качеств, утверждают верующие, еще и долго не портится. У меня стоит, очень хорошо стоит. Сколько лет стоит уже? Ну, 3 точно стоит одна бутыль. Наверное, там литров 5. В праздник крещения люди становятся добрее, а значит и более щедрыми. Это единственный день в году, когда каждый просто обязан подать милостыню. А в пожертвовании храму или нищему – неважно. Ольга Патрушева, Константин Воробьев. Наше время.